Giratina невозможно поймать в режиме эксперт-хендли. Теперь почему? Вот сейчас она атакует. Хотя она глючит. Ничего не произошло. Я там думаю, что будет. Прекрати орать!
Я это видео снимал сегодня для того, чтобы показать, что Giratina нельзя поймать в экспертном режиме, потому что Poké Ball от нее отскакивает. Потому что Giratina слишком большая, к ней невозможно подойти слишком близко. Ну то есть ты подходишь, а Poké Ball от нее отскакивает. Но я ее сейчас даже поймать не могу. Нет, даже не то, что поймать. Она несколько секунд держится и убегает. Если бы это был на рейдбуксе, он бы давно уже сбежал. Не, я... Отказываюсь ее так ловить. Нет, черт, ты ловишь, надо вырубить, а то зависает.